Годом ранее в этот день мы рассказывали о пешеходном переходе на перекрестке улицы Льва Толстого и Юбилейная. Его тогда только перенесли чуть дальше от места, где он располагался ранее. Как пояснили нам в управлении благоустройства, переход был одним из самых проблемных в Березниках, и причин для изменений было несколько. Однако многие горожане по привычке или из вредности продолжали перебегать проезжую часть в неположенном месте. Сейчас, благо, все уже привыкли к новым правилам. В 2018 году в это время в Чусовом уже в Юбилейный пятый раз состоялся открытый инклюзивный фестиваль «Крылатые качели». Его участники – взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья из многих территорий Пермского края. Специальными же гостями мероприятия стали победитель третьего сезона шоу «Голос» Даниил Плужников и наш земляк, многократный чемпион мира, Европы и России по пара-тхэквондо Владислав Кричвалуший. Незаслуженно забытый в городе КВН решили возродить в 2015-м. Тогда нашей съемочной группе удалось побывать на редакторском просмотре. Для всех участников и даже для самого ведущего предстоящая игра должна была стать дебютной.